Когда шпион надевает фальшивую бороду, он уже начинает выглядеть как другой человек. Но когда он надевает парик, он становится совершенно новым человеком, способным вписаться в образ политика или успешного агента по недвижимости. Но то, что он делает дальше, заставляет забыть о том, как он выглядел изначально, когда он начинает накладывать еще одну густую фальшивую бороду, которая прибавила ему возраста и характера. Но когда он накладывает парик с длинными струящимися белыми волосами, вы начинаете видеть настоящую перемену. Теперь мужчина похож на владельца художественной галереи или писателя-фантаста. Но его последняя внешность позволяет ему исчезать на улицах среди людей, где никто и не подумает искать. Когда он наденет длинную дикую белую бороду и непомерно длинный белый парик, он станет похож на бездомного и сможет остаться незамеченным в любой точке мира. Как вы думаете, удалось бы вам найти этого шпиона с помощью такой маскировки? Подписывайтесь на канал.